Смешнее в кадре. Меня не учили переигрывать или не доигрывать. Меня не учили быть смешнее или менее смешным. То есть здесь либо ты работаешь, либо ты не работаешь. Если тебе актер что-то не дает, как режиссеру, ты должен найти вот этот язык. Это зависит от ситуации, понимаете? Вот как Стэнли Тима взять, Ваня, который рассказывал, он такой весь комик, и ему нужно было сыграть тренера, который приходит к своему бойцу, а у бойца, у этого сестра там попала в аварию, срочно нужна операция, и он хочет бросить последний бой, уехать к сестре. И вот тренер должен прийти и дать напутствие этому боксеру, спортсмену. А он не мог найти. Он все вот так выходил, вот так, понимаете? Вот так было, реально. И когда я его вывел, понял, что я говорю, давай через себя лично. Есть сестра? Я такие вещи не люблю, но вот представь, так и так. Пошел через жизнь конкретно, вот цепляется через его внутренние вещи. Он вышел, дал результат. Сразу. Понимаете?